Seazell International – всемирно известный производитель широкого ассортимента продуктов для здоровья, от пищевых добавок до косметики и предметов личной гигиены. Все наши продукты производятся здесь, на заводе Seazell International. Давайте зайдем внутрь, чтобы увидеть все своими глазами. Вначале Том Мауэр-старший и Том Мауэр-младший – гениальные мечтатели, которые основали компанию Seazell, руководят ее развитием по сей день, передают свои проекты в наш научно-исследовательский отдел. Здесь доктора наук из разных областей проверяют формулы на эффективность, возможность реализации в производстве и коммерческую ценность. Как только формула обретает окончательный вид, она внедряется в производство. Это наша приемочная площадка, где и начинается производственный процесс. Здесь идеи становятся реальностью. Все компоненты, емкости и дополнительные материалы, необходимые для изготовления продуктов Seazell, сначала прибывают сюда. Все сырье, предназначенное для производства и упаковки, проходит инвентаризацию и помещается в надежную защищенную зону. Оно переходит в зону производства только после строгого контроля качества, объема и эффективности. После процедуры проверки все товары инвентаризируются и распределяются по полкам в соответствии с их содержанием и назначением. Это позволяет компании Seazell следовать политике безопасности и проверять все компоненты на отсутствие потенциально опасных ингредиентов. В нашей современной системе управления ресурсами используются умные вилочные погрузчики, которые помогают перемещать и размещать материалы. В пол вмонтированы электронные полосы. Они указывают погрузчикам направление движения и нужный для погрузки стеллаж. Когда материалы оказываются на своих местах, их штрих-коды сканируются и регистрируются для контроля. В отличие от многих других производителей, компания Seazell располагает современными мощностями, которые позволяют одновременно производить огромное количество предметов личной гигиены, пищевых и непищевых порошковых и жидких продуктов. У нас есть уникальный инфракрасный аппарат для обжарки кофейных зерен. Высококачественные панамские кофейные зерна загружаются в инфракрасный обжарочный аппарат Seazell, который особым способом очень быстро обжаривает зерна. Такой метод обжарки позволяет кофейным зернам, используемым в линейке продуктов Seazell's Cafe, сохранять свежесть и ценные масла. Он поистине уникален, так как инфракрасное излучение используется лишь в 2% обжарочных аппаратов во всем мире. После обжарки зерна перемалываются в мельнице FeedsMill, еще одном инновационном аппарате. Производство продуктов на основе порошков, капсул и таблеток начинается с того, что проверенные ингредиенты через стерильную систему труб попадают в один из цехов очистки, располагающихся прямо над цехами смешивания. Там, после последней проверки, сырье закачивается в один из воронкообразных блендеров, которые вращаются вокруг своей оси и обеспечивают тщательное и равномерное смешивание ингредиентов. Готовая смесь отправляется в один из капсулонаполнителей или спрессовывается в таблетки, готовые к употреблению. Этим способом производятся такие продукты компании Seazell, как Calcium K2, Super Omega Plus и TSX. Производство жидких продуктов с высокой вязкостью, таких как шампуни, кондиционеры и лосьоны, осуществляется аналогичным образом. Сырье проходит проверку, а затем отправляется в цех смешивания жидкостей, где огромные миксеры смешивают наши уникальные ингредиенты. Это наша новейшая система очистки воды. Вода поступает сюда, проходит через систему угольных фильтров и 7 раз пропускается через систему обратного осмоса. Затем вода фильтруется с использованием ультрафиолета, после чего можно минерализировать и деминерализировать ее, ощелачивать ее в большей или меньшей степени, насыщать ее кислородом или же выводить из нее кислород. Наша система фильтрации воды настолько совершенна, что ее уже приезжали изучать несколько представителей водоочистных организаций страны. Наши жидкие пищевые добавки смешиваются и упаковываются в отдельном цехе. Жидкие составляющие соединяются и поступают в эти огромные смесительные силосы, откуда готовые жидкости отправляются на линию розлива. Все наше производство работает по принципу очистки на месте, чтобы не допустить вторичного загрязнения. Все системы подачи как сухих, так и жидких продуктов автоматически стерилизуются между производственными циклами. Мы называем это чисткой на месте. Это одна из процедур, которые помогают компании Seazell обеспечивать высокое качество продукции. Наши стандарты производства очень высоки, благодаря чему производственный центр Seazell был признан экологоориентированным и получил сертификат соответствия стандарту надлежащей производственной практики и сертификат государственного санитарного соответствия.
Среди всех промышленных агрегатов, используемых компанией Sisal, собственное изобретение Тома Мауэра-старшего является самым удивительным и необычным. Этот процесс был разработан и запатентован после нескольких лет исследований технологии, позволяющей извлекать молекулы фукозы из замороженных блоков фукоидана. Это один из 20 патентов, благодаря которым компания Sisal производит фукоидан, самый популярный из своих продуктов. Том Мауэр-старший выделил несколько миллионов долларов на разработку машины, которая могла бы осуществлять это, не требуя больших затрат. Сейчас эта машина единственная в своем роде, и в том числе поэтому компания Sisal является лидером в производстве добавок. Когда бутылки поступают на линию розлива пищевых жидкостей, они проходят процесс стерилизации и только после этого наполняются. Далее наполненные бутылки закрываются и отправляются в холодильный аппарат. Там мы снижаем температуру продукта, что позволяет поддерживать его биологическую активность. На упаковочной линии каждая бутылка взвешивается и осматривается на предмет соответствия параметрам и отсутствия примесей. Наполненные бутылки отправляются на станцию упаковки, где в огромной паровой камере на бутылки надеваются этикетки из термоусадочной пленки. После этого все бутылки просвечивают рентгеновскими лучами, чтобы определить, нет ли в них каких-либо отклонений от норм. Производственный процесс завершается, когда коробки с готовым продуктом размещаются на поддонах, упаковываются, маркируются для дальнейшей транспортировки и помещаются на полки. После этого продукты готовы поступить клиентам по всему миру. Мы надеемся, что вам понравилось наблюдать за работой высокотехнологичного завода, где компания Sisal International производит свою продукцию. Благодаря нашим вложениям в передовые технические средства мы остаемся компанией номер один в сфере производства добавок и средств личной гигиены. Это еще одна причина, по которой наши клиенты и дистрибьюторы гордятся тем, что входят в семью Sisal, лучшую в этом бизнесе. Присоединяйтесь к нам!